Полное описание и точки до выхода нового четырехсерийного сериала «Судьба на двоих». Премьера сериала состоится 3 апреля на канале «Домашний». Жизнь Марины мало чем отличается от жизни большинства соотечественников. Девушка трудится на швейной фабрике, а все свободное от выполнения служебных обязанностей время посвящает уходу за больным отцом. Из-за невысокой зарплаты она вынуждена браться за дополнительные подработки, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. Однажды судьба преподносит Марине фантастический сюрприз в лице состоятельного незнакомца на шикарном автомобиле. Мужчина влюбляется в героиню с первого взгляда. С этой минуты ее бесцветная жизнь окрашивается в яркие краски. Мрачные будни разбавляют дорогие рестораны, роскошные подарки, цветы и выходные в загородном доме. Для полной идиллии не хватает одной детали – присутствия кавалера. Дело в том, что ежедневно он исчезает после нескольких звонков, оставляя избранницу в недоумении и одиночестве. Через некоторое время девушке открывается суровая правда. Она имеет дело не с богачом, а с простым водителем. Но только Марина об этом узнает, сразу же прерывает отношения. Причина не так банальна, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что героиня не признает обман. А Андрею теперь необходимо не только восстановить утраченное доверие любимой, но и стать непреодолимой преградой для своего начальника, который волочится за каждой юбкой и теперь стал проявлять к Марине повышенный интерес. Премьера сериала состоится 3 апреля на канале «Домашний». Если вам нравятся сериалы, не ждите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.